на 50. Очнись, Лёша. Это твоя последняя передача в этом году. Ну, Лёша, ты должен задуматься, все ли ты делал так, как надо. Не обидел ли кого? Кто ж тебе правду скажет, кроме меня? Дина побоится. Огурцы, помидоры, яйцы. Холодные глаза,
усмешки ледяной. Холодные глаза, над кем смеетесь вы? Холодные глаза смеются надо мной. Холодные глаза, в них больше нет любви, в них только огонек насмешки ледяной. Холодные глаза, над кем смеетесь вы? Холодные глаза смеются надо мной. Холодные глаза. Свет, мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я ль на свете всех милее, всех умнее и сильнее, всех длиннее и ширее? Вот, Леша, первое, что тебе не хватает, это скромности. Скромность украшает, когда нет других украшений. Мне скромность не нужна. Я звезда, прямо скажем. Супер! В суперконкурсе сегодня без ложной скромности участвуют Андрей Савченко, Леонид Портной, мистер Малой, Ольга Ходачинская и группа «Гуляй». Прошло, а будто было вчера. Аж раздался первый крик, и стало в мире светлей. Стала весна длинней, стала зима теплей. Радость тех первых дней в сердце жива. На этот мир и первый несмелый шаг. Радость первая в глаза и первый звонкий смех. Первый на окнах снег, первый в побед успех. Нет, не забыть мне тех дней никогда. Сын и дочь, два этих слова всех других нужней. Сын и дочь, нет в этом мире ваших рук нежней. Сын и дочь, пусть вам приносит радость каждый год. Сын и дочь, да пусть хранит вас судьба от всех тревог и невзгод. Пусть у вас достанет сил идти по жизни легко. Пусть вам дарит этот мир свою любовь и тепло. Станете вы взрослей, память тех детских дней
будет в душе моей вечно жива. Мои сын и дочь, два этих слова всех других нужней. Сын и дочь, нет в этом мире ваших рук нежней. Сын и дочь, пусть вам приносит радость каждый год. Сын и дочь, да пусть хранит вас судьба от всех тревог и невзгод. Оценки от единицы до пятерки. Вот, посмотри, сколько мне писем пишут. И все воспевают мои таланты. О, вот, например. Ода от моей поклонницы. Ты лучше всех объявляешь слова. Уж это точно я знаю сама. Леша наш... Дорогой, ты простой наш герой из Смоленской области. Ты видишь только хорошую сторону. У тебя что-то с глазами. А ведь есть люди и обиженные тобой. Ты, Леша, зверь. Ты, Леша, зверь. Терроризируешь нежное африканское создание. Да. Иногда я бываю строг. Ну и что? Эй, селяночка, пойдем погуляем. Мужчина! Мужчина с бородой! А ну гуляй отсюда! Ой-ой-ой, на деревне пир горой, пришли солдаты на постой к девчатам. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, эй, военный, смирно стой, картинка Зинка нравится солдатам. Картинка Зинка, прямая спинка, под песни Стинга, танцует Зинка. В руке косынка, в саду малинка, в душе грустинка, в глазах слезинка, Зинка. Ха-ха, девки ловят петуха, крестьянам угощение по карману. Ух-ха-ха, ух-ха-ха, раздувай гармонь меха, картинка Зинка нравится крестьянам. Картинка Зинка, прямая спинка, под песни Стинга, танцует Зинка. В руке косынка, в саду малинка, в душе грустинка, в глаза слезинка, Зинка. Опа-на!
мерзнет до темна. Рабочий люд готов плясать до ночи. Опа-на, опа-на, Зинка без вина пьяна. Картинка Зинка нравится рабочим. Картинка Зинка, прямая спинка, под песни Стинга танцует Зинка. В руке косынка, в саду малинка, в глазах слезинка, в душе грустинка. Прощай, глубинка, прощай, глубинка, прощай, глубинка, привет, Неглинка! Лапца-дрица, опца-ца, картинка Зинка нравится барменам. Опца-ца, опца-ца, лапца-дрица, опца-ца, картинка Зинка тянется к спортсменам. Картинка Зинка, прямая спинка, под песни Стинга танцует Зинка. В руке косынка, в саду малинка, в глазах слезинка, в душе грустинка. Слезинка, в душе грустинка, Зинка. Оценки группе «Гуляй». Привет всем любителям писать письма, посылать телеграммы, бандероли и посылки. Год близится к завершению, меня все больше охватывает сентиментальное настроение. А это значит, что мы сегодня говорим с вами о любви. Пишут, конечно же, нашим кумирам. Кому-то предлагают руку и сердце и садово-огородный участок, кому-то романтическое путешествие на Северный полюс. В общем, фантазии ваши друзья не знают границ. Но недавно в наш адрес пришло письмо, пожалуй, самое необычайное и самое любовное из всех любовных. Я адресую вам это письмо без малейшей надежды получить ответ на него. И не ради этого пишу я даже не назову своего имени. Зачем вам знать, как меня зовут? Что это скажет вам? Я лишь надеюсь, что случайно слова, сорвавшиеся с губ читающего это письмо, дойдут до вас, коснутся невзначай. Если нет, то я не вправе осудить кого-то. Я не прошу вас ни о чем, я слов любви не говорю. Зачем? Что, если я люблю, не видно в почерке моем, перо в стыдливом трепетанье? Зачем же тешить в ожидании свою девическую грудь? Пусть где-нибудь, когда-нибудь, еще, быть может, вас встречу. Увы. Уже погаснут свечи, что ныне ветром не задуть. А теперь к делу. Я хочу, чтобы вы как можно скорее выслали мне куклу Барби в количестве 3 штук, 3-кассетный плеер для компакт-дисков и свою фотографию в размере 90x60x90 с автографом. Еще я хочу, чтобы вы взяли меня в свою группу солисткой. Деньги будем делить так. Все мне, все остальное вам. В противном случае... боже мой, как все это просто и мелочно в сравнении с чувством, что я испытываю к вам ли... Возможно, что к другому, но не могу открыть ему себя, изливая душу на бумаге в письме к вам обращенном. И тот другой неведом мне, я имя слышу в тишине, но лиц не вижу я во сне. Мой сон меня не отпускает. Скажите, разве так бывает? Скажите тихо. Может быть. О, что за счастье вас любить. Мне кажется, друзья, что неизвестный автор создал не просто любовное письмо, а целый собирательный образ всех писем, зрителей, влюбленных своих кумиров. Так пишите же и вы. Если вы любите, ведь любовь — это так прекрасно. Зебра, лучше нет коня. 50x50 — ты любовь моя. Наш генеральный спонсор — Народный банк. И о суперконкурсе. О конкурсантах, занявших 2 последние места, я умолчу. Поговорим о тех, кто оказался на 1-х 3 строчках в итоговой таблице. На 3-м месте Сергей Крох с песней «Ты не забудь про меня». Не забудем и мы про Сергея Кроха, тем паче, что вся центральная Россия простирает мощную тлань, отдавая свой голос и Сергея Кроха. Вот такая звездочка ясная зажглась на нашем эстрадном небосклоне. На 2-м месте Лена Анистратенко. Песня об обручальном колечке — это еще и песня о верности, а потому самое большое количество писем в ее поддержку пришло от моряков. 2 флота, Черноморский и Балтийский, в полном составе. От матросов до адмиралов отдают свои голоса за Лену Анистратенко. Ну и, наконец, Кайметов. После премьеры песни «Моя машина» нашу программу буквально завалили любовными письмами для Кайметова. Ну а кроме того, за нее проголосовали все автомобилисты, что и не мудрено, песня легкая, веселая, под такой только и мчаться по нашим дорогам. А так как автомобилистов в нашей стране подавляющее большинство, то Кайметов в итоге занял 1-е место, с чем мы его и поздравляем. А попутно задаемся вопросом, в чем, собственно говоря, секрет такой фантастической популярности Кайметова? We'll be right back.
А секрет его популярности, оказывается, прост. В оригинальном методе работы с поклонницами. Фанатки Кая Метова не простаивают в подъезде, расписывая стены и царапая штукатурку. Гостеприимный Кай приглашает девушек на завтраки, обеды и ужины. Что ты хорошего сделал в этом году? Можешь вспомнить? Такое запоминающееся, светлое. В школе хорошо учился. Четверок много заработал. Дом строил. Котенком кормил. Бабушке по дому помогала. За что тебе стыдно в этом году? Есть такое что-нибудь? Ну, есть. С кем-нибудь там подрался или что-нибудь. Родителей обманул. На второй год я остался. Ладно, некоторых девчонок плохо думала, хотя они хорошие были. Все было хорошо, все окей. Я даже по отношению к Дине так честен, так благороден, так щедр.
один влюбленный так со своим предметом не обращается. Внешность. Одна из моих сильнейших сторон. Ночка летняя шла к полуночи, и одна за другой гасли лампочки. Месяц плыл, как кораблик игрушечный. Ты искал потемнее лавочку и нашел ее в дебрях жасминовых. И был нежный и смелый такой. А потом на рассвете малиновом возвратилась я к маме домой. Ах, большой обманщик Славочка, он целовал мне пальчики и лгал, что будет мой. Ах, Лава-Лава-Лава-Лавочка, разбил мне сердце Славочка, и я не верю в сказочкам про вечную любовь. И снова ты вспоминаешь только хорошее. А ты вспомни, как ты в этом году с Диной обращался. Эх, хлопцы, огурцы, помидоры, яйцы. Мы б сыграли вам еще, да устали палецы. Все, обед. Обед? Я и так с утра до вечера работаю. Вот, видишь, какой-то эксплуататор. Кто? Я? Да я просто пытался обратить на себя внимание. У меня манера такая. У каждого, например, своя манера микрофон держать. Чему винить нам друг друга за это?
твоей любви, слова не искренни твои. Не провожай, не провожай, я все равно скажу прощай. Но как мне хочется сейчас сказать люблю в последний раз. Не забывай, не забывай, прощай. Вчерашний день мы надолго запомним. Он стал для нас первым днем без тепла. Была любовь океаном бездонным, и вся вода из него утекла. Вчерашний день твоей любви, слова не искренни твои. Не провожай, не провожай, я все равно скажу прощай. Но как мне хочется сейчас сказать люблю в последний раз. Не забывай, не забывай, прощай. Хорошего ты сделал за этот год? Что? Хорошего? Да не сосчитать. Например, первое. Зажег новую звезду и снял ей клип. Второе. Придал Дине тонус. Ты чувствуешь, как... тонус вливается в твои жилы. Чувствую, Лёха, чувствую. Я, впрочем-то, все чувствую. Хочешь, покажу? Ну? Лёша. И это все? Нет. Это только начало ее спортивной карьеры. Сегодня в рубрике «Лидер» звезда одного из самых популярных видов спорта, многократный чемпион, легенда российского хоккея Владимир Крутов. Кумир нескольких поколений мальчишек и девчонок сейчас играет за одну из шведских команд. Встретиться с ним нам удалось на турнире Кубок Спартака, где Владимир Крутов выступал в сборной звезд России. Чемпион мечтает вернуть те времена, когда стадионы были заполнены до отказа, и фанатов у Харламова, Касатонова или Фетисова было не меньше, если не больше, чем у сегодняшних звезд эстрады. Что нужно для того, чтобы звезды и их семьи никуда не уезжали, а оставались у себя на родине? Вот немножко побольше внимания. Если наша страна преодолеет вот этот кризис, я думаю, что отток хоккеистов уменьшится. И многие большие хоккеисты будут играть здесь у нас. Молодых хоккеистов нельзя отправлять за рубеж, и чтобы они играли там в фарм-клубах. Для меня это, конечно, человек должен заработать свое имя на своей родине. Потом, пожалуйста, ведь звезда просто так не появляется. Звезду делают тренеры.
И я уверен, что в нашем хоккее появятся звезды. И на уровне и Харламова, и Крутого, и Фетисова. Вы бы согласились пойти на тренерскую работу? И вы бы разрешили? Я бы согласился. Но мне кажется, Вова не сможет быть тренером. У него очень характер мягкий. Несмотря на мягкий характер, Владимир Крутов решительно настроен возродить престиж нашего хоккея. А специально для зрителей телешоу «50 на 50» он придумал хоккейный конкурс. Смотрите внимательно и записывайте вопросы Владимира Крутова. Вопрос первый. Что делают с шайбой перед матчем? И сразу второй вопрос. Хоккейный вратарь какой страны впервые надел маску? А приз – видеомагнитофон. Столкнулись с фактом, что почти никто из вас не мог угадать по этим признакам Дмитрия Маликова. А ведь это был именно он. Одной из первых прислала правильный ответ Даша Балута из Реутова Московской области, за что на зависть своим подружкам и получила возможность побывать в гостях у любимого певца. Знаешь? Ну-ка.
Моцарт. Я петь люблю. А какие песни тебе нравятся? А я свои сочиняю иногда просто. Я стихи сочиняю. Ух ты. Ну, почитай стихотворение-то какое-нибудь. Чего стесняться? Сейчас. Я живу здесь очень мало, да, всего лишь 8 лет. Но пускай же моя мама будет радостна навек. Я желаю ей добра, счастья и тепла. Ты способна, видишь, умеешь немножко играть, сочинять. Наверное, петь тоже немножко умеешь, да? Вот, прекрасно. Поэтому я тебя сейчас приглашаю попить чайку со мной. Любишь сахаром? Люблю. Сколько тебе ложек? 2. И мне тоже 2. Ну и что, я тебе что хочу сказать, что у меня скоро будет концерт в Риутове. Ты мне оставишь телефон? Я позвоню и тебя приглашу. Что девочки любят, когда им дарят? Цветы, розы. Цветы. Вот такие. Ага. Конфеты. Конфеты. Игрушки мягкие. Игрушки? Маленькие. У меня тоже есть для тебя маленький сюрприз. За победу в конкурсе и лично от меня я дарю тебе этого маленького собачонка. Спасибо. И ты знаешь, я по году рождения собака, поэтому, мне кажется, ты его можешь, имеешь право назвать его Димкой. И фотография на память. Народный банк – наш генеральный спонсор. И все-таки, Алексей, ты не прав. Может, конечно, ты и лидер, но ведешь ты себя не по-лидерски. Предаешься всенародно порокам. Я и порок, и я! Кто нашел в себе силы отказаться от карьеры в Голливуде? И это ты мне! И это я! Paramount Pictures. Классная студия. Там, кстати, снимался Сильвестр Сталлоне, Эдди Мерфи. Ну, я. Что мне это даст? Вот у нас как? Мосфильм, Ленфильм, Горького. Все. А этих-то много. Надо объявить конкурс. Жар птицы стаями не летают. А кто в Лас-Вегасе деньги командировочные всенародно протратил? Как говорится, какая песня без баяна, какая Америка без Лас-Вегаса и казино. Выбирал я между Paramount Pictures и 20 век Fox, поиздержался, решил попытать счастье здесь, в Лас-Вегасе. Тут я уже был, мне не повезло. Пойду-ка я сюда, в центральное, ухвачу птичку счастья. Так, а кто курит в кадре? Наконец, молодому таланту в деньгах отказал. Вот, Леша, первый клиент. Привет, я же говорил, чередой идут ко мне, ну? Клиенты, ну? Да я чего? Не клиент, я начинаю. Ну начинай, открывай, давай бумажник, карманы, все, выкладывай сюда ко мне деньги. Я не за этим пришел. Не понял. Мне бы денег на раскрутку. Чего дать? Денег. Зачем? Ну вы же знаете, как сейчас все дорого. Знаем. Свободен, не видишь, я занят поливать цветы в офисе. Да как же? Вот так же. Это же банк. Банк. А я талант. А талант он как? Он ведь как цветок. Он же все равно себе пробьет сквозь асфальт. Фу! Под солнцем выскочит. Так что ж делать? Ну, не погибать же. Сигарет бьет по легким мотор. Алкоголь, Распутин. Алкоголь бьет по нервной системе. Папирос, гончубас. Гончубас бьет по головной мозг. Иммунитет, дефицит. Дефицит бьет по половой системе. Буду погибать молодым. Буду погибать. Буду погибать. Буду погибать. Буду. Буду погибать молодым. Буду погибать. Ресторан, кабаки. Кабаки дринчи, много не кричи. Мафия, гангстеры. Нали не суди, рейсу не греби. Репина, Ольгина. Так не разлади, фирма не бомби.
УЗИ, Маузер. УЗИ, Маузер, УЗИ, Маузер. Буду погибать молодым. Буду погибать. Буду погибать. Буду погибать. Буду. Буду погибать молодым. Буду погибать. Верно шел, шел макарон Рон. В магазин пошел, ничто там не нашел. Голубые, розовые, серые, черные, синие, моченые. Пусти, чиксы, эйсом не крути, контрацептив купи, юбки, озерки. Озерки пошел, катамаран нашел. Буду погибать молодым. Буду погибать. Буду погибать. Буду погибать. Буду, буду. Буду погибать молодым. Буду погибать. Секно, патимания, лазер, спи, спутник полети, Люсия. Теодор, нам походи, шляпа береги. Предпосыл, почва, РДП, ОСЛ, КНИ, Баченхай, Ковчик, Ву, Личема, Эдерный, Джем. Буду погибать молодым. Буду погибать. Буду погибать. Буду погибать. Буду, буду. Буду погибать молодым. Буду погибать. Буду погибать молодым. Буду погибать. Буду погибать. Буду погибать. Буду, буду. Буду погибать молодым. Буду погибать. Буду погибать молодым. Мистер Малой. Да, не прав я был. Хотя парочка хороших идей с лихвой перекроет все мои ошибки. Ты же не станешь отрицать, что я хорошо пою? Отрицать не буду. Не слышал. Веселее жить мы стали, стали жить богато. Будет Леонид Агутин первым кандидатом. Ох, Дина, ты моя, да до чего ж активная. Никогда не надоест работа коллективная. А свой талант я использую на общую пользу. Объявлю новый конкурс. Поп-частушки. Пусть наши телезрители сочиняют частушки про 50 на 50, про нашу передачу, про звезд, про меня, в конце концов. А для примера, частушки про 50 на 50 самые знаменитые, ну, после меня, разумеется, частушечницы. В накладе творчество сочинителей не останется. Это я вам гарантирую. Понял? А чума? Чума! Леша, эту болезнь вроде как изжили. Тай, деревня, это не болезнь, нет! Это будет новый конкурс про самых чумовых исполнителей, про самые чумовые ансамбли, про самых чумовых фанатов. Все стили бэп, рэп, диско, хип-хоп, джаз, хэви, хард. Понял? Чума, одним словом. И не только наша, но и зарубежная. Чума. Почему ты не пришла? Я не пойму.
ночь не спал, я тебя ждал. Сколько можно мне страдать? Сколько все же можно ждать? Твой телефон всю ночь молчал. Что мне делать, я не знал. Мне никто не отвечал. Где ты была и почему? Скажи, у тебя есть на будущий год какая-нибудь мечта? Чего бы ты хотел? Ну, вообще, больше всего в жизни я хочу, чтобы «Спартак» Москва стал, ну, победителем Лиги чемпионов. Молока, чтобы котят кормить. Замуж выйти. Мне хочется, чтобы у меня бабушка была здоровая, а то у нее, ну, с сердцем плохо. Вот. И чтобы она долго прожила еще. Ну, там, банк какой-нибудь ограбить. Я желаю себе, чтобы я была самая красивая, самая умная, вообще самая хорошая. Зажигает в вышине, город затихает до утра. Время медленно струит минуты в тишине, и тебе давно прийти пора. Летняя ночь
ты ко мне в полночный час. И прошу я время, не беги. Ставьте оценки Ольге Ходачинской. В эту зимнюю ночь хочу тебе сказать, дорогое мое отражение, что не так все плохо. Да? А я как сейчас все подсчитаю, как все суммирую. Отказал таланту раз, курил в кадре два, потратил командировочный три, с Диной плохо обращался четыре и предавался пороку честолюбия пять. А хорошие дела. Подарил народу кумира, меня. Зажег новую звезду, Дину. Придал ей тонус. Дарил ей цветы. Фрукты, бананы, груши. Отказался от карьеры в Голливуде. А все почему? Потому что... Зебра, лучше нет коня. 50 на 50, ты любовь моя. Ну и... Что и? Плохого и хорошего 50 на 50. Петровбанк, спонсор телешоу 50 на 50. Как вы помните, в прошлой передаче был объявлен конкурс на знание банковских терминов. Призом был объявлен 1 000 000 рублей. Так вот, в наш адрес поступило огромное количество писем, практически все с правильными ответами, но мы выбрали из всей той массы, которая в наш адрес поступила, наиболее содержательные письма. И выбрали мы 3 письма, потому что решили, что можно увеличить количество награжденных призом. И призом 1 000 000 рублей награждаются следующие авторы писем. Это Орлов Дмитрий из Москвы, это Островская Наталья из города Уссурийска Приморского края и Мажуга Юля из города Томска. Дмитрий Орлов может прийти в банк и получить деньги непосредственно у нас здесь. А в адрес Мажуга Юлии и Островской Натальи мы вышлем почтовые переводы. И я еще раз хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этом конкурсе. Огромное спасибо.
Миллионерами стали Дмитрий Орлов, Москва, Наташа Островская, Уссурийск, Юлия Мажуга, город Томск. Петров Банк, спонсор телешоу 50 на 50. Угадайте, что общего между такими разными исполнителями? Ведь ни они сами, ни их песни совсем не похожи друг на друга. А эти разные песни пишет один очень молодой, но очень известный среди звезд композитор. Я пишу в основном на тексты, на слова какие-то. Для меня очень сложно писать музыку просто так. Я понимаю, что просто так можно писать симфонию, инструментальную пьесу, а песню писать, начиная с музыки, для меня это очень сложно, очень редко так получается. А как вы относитесь к самой работе на заказ? Вполне нормально. Это работа. Почему? Если человек работает за станком или кого-то везет на машине, то это считается нормально. А если композитор работает на заказ, то это считается, как он чем-то поступает, с каким-то принципом. Нет, это нормальная работа. Вы работали уже и с более маститыми артистами, и совсем молодыми, никому не известными. Вот в чем разница для вас? Разница в том, что артисты, как вы говорите, маститы, они знают, что им нужно. С ними работать проще. Артисты начинающие очень много сомневаются, они не знают. То есть они как-то и не особо доверяют профессионалам, а у самих у них не хватает пока интуиции делать то, что нужно. Я хочу обратиться к молодым исполнителям. Обращайтесь за помощью, за советами вообще по работе, связывайтесь с профессионалами. Мне очень жалко вашего времени и денег, которые вы тратите, стараясь выйти на сцену. Чаще всего это получается впустую. Мой вам совет – работайте с профессионалами. Все-таки близкое общение со звездами не проходит даром. И уже не первый композитор начинает петь. Промокшая насквозь, спросил я подвезти, сказала подвези, и встретились глаза, и все внутри оборвалось. Гром небесный, вещий голос над тобой, зовут судьбой, просто небо раскололось над тобою, надо мной. Гром небесный, вещий голос прокатился стороной, просто небо раскололось над тобой и надо мной. Откуда ты взялась, влетела, ворвалась, притронулась рукой и сразу стала мне родной. Меня на помощь звал и тайны открывал негромкий голос твой и этот разговор ночной. Гром небесный, вещий голос над такой забудь судьбой, просто небо раскололось над тобою, надо мной. Гром небесный, вещий голос прокатился стороной, просто небо раскололось над тобой и надо мной. Любимая, прощай, прощай, моя судьба, не исчезай, моя судьба. Гром небесный, вещий голос над такой зову судьбой, просто небо раскололось над тобою, надо мной. Гром небесный, вещий голос прокатился стороной, просто небо раскололось над тобой. Не забудьте поставить оценки. Напоминаю, что кроме Андрея Савченко в суперконкурсе участвовали
Леонид Портной. Мистер Малой. Ольга Ходачинская. И группа «Гуляй». Так ты сделал какие-то выводы? А зачем? Ну как? В год собаки ты должен был быть честным, справедливым, верным и преданным. А ты не был. Пожуем, погрустим,
своем, а потом попоем для души. Мы еще поживем. Избавься от своих недостатков хотя бы в следующем году. А какой у нас следующий год? Год свиньи. Так зачем же мне исправляться? Золотые вы мои, розовые. Остановись, прекрасное мгновение с Асти Мартини.